Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале Мир рукоделий творчества вязания пряжи. Сегодня я нашла на просторах интернета интересную модель ажурной, красивой, нарядной, эффектной кофточки, которая связана крючком. Кофточка либо джемпер, кому как больше нравится. И предлагаю вам ее связать в этом мастер-классе я вам покажу, каким образом вяжется узор, которым связан джемпер. Вязать вот будем вот по этой схеме, это мини-версия схемы. И также я с вами поделюсь в этом видео, в конце видео размещу схему вязания узора и также выкройку джемпера. Для вас я подготовила подробный обучающий видеоурок. По вязанию узора будем с вами вязать с 1 по 8 ряд. Если у вас есть пряжа с люриксом, с добавлением металлической нити, она может быть разная по толщине и составу, то вы можете связать данную модель джемпера. Он очень будет красивый. И эффектно смотреться. Вот я вам для образца показываю два вида пряжи. Это торговая марка Ализе, название пряжи Сал Abie. Пряжа содержит металлическую нить Люрикс и также пайетки Состав у пряжи. 80 процентов акрил, 10 процентов полиэстер, и 5 процентов паетки, и 5 процентов металлик, 410 метров в 100 граммах. Крючок 14 4 производитель рекомендует. Вот здесь у меня две расцветочки номер 16 морская волна, и красивый цвет 67, светло-бежевый. Вот эту пряжу я рекомендую. Также можно без поеточек выбрать. И вот тоже очень прекрасная пряжа. Ализе Фарева Симли. Тоже с добавлением металлические нити. Вот она, ее видно. Здесь стопроцентная микрофибра акрил и 50 грамм 280 метров тоже прекрасно подойдет для вязания данного данной модели джемпера которую вы видите на фото можно связать джемпер из пряжи с содержанием металлической нити а можно также связать из обычной пряжи тип пряжи метраж чем тоньше пряжа тем ажурнее джемпер у вас получится более наряднее и узор будет смотреться превосходно. Также по составу пряжа может быть любая. Можно связать с хлопка, акрила, микрофибры, махера, шерсти, полушерсти. То есть состав не имеет значения. Но вот данная модель кофточки связана и из нити с добавлением металлического, с металлической добавки металлик люриксом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я думаю, на моем канале вам будет очень интересно. С 16.00 до 17.00 в этот промежуток времени я публикую для вас новые мастер-классы. Заходите ко мне в гости каждый день. Я буду вам очень рада. Данную модель кофточки можно связать не только с удлиненным рукавом, а также с укороченным три четверти и с, с, с коротким рукавом и без рукава. Также узор можно использовать для вязания палантина, кофточки, маечки, жакета, кардигана, жилета, по, всего что угодно вы можете посмотреть, каким образом смотрится узор в конце видео, когда мы с вами свяжем контрольный образец. А сейчас приступаем непосредственно к вязанию легких нам петелек, и я уверена, у нас все с вами получится. Вязать я буду из пряжи стопроцентный мерсеризованный хлопок, метраж 220 метров в 50 граммах, крючок номер два и буду использовать вот эту мини схему для вязания, которую я прикреплю в конце видео. Для вязания образца набираю цепочку из 26 воздушных петелек. 26 воздушных петелек. Далее набираю 1, 2, 3, 4 петельки. Это у нас будет подъема. И 2 петельки я еще дополнительно набираю для удобства вязания. И приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд по схеме это у нас дополнительный ряд, состоящий из... 26 столбиков с одним накидом и 4 воздушных петелек подъема. Он не является основой узора. Сам узор начинается со, со второго ряда по восьмой. Я вам буду показывать мастер-класс вязания узора с первого по восьмой ряд. Будем вязать прямыми и обратными рядами. Также этот узор можно связать по кругу. пропускаю 1 2 3 4 петельки цепочки и в основании 5 петельки провязываем 1 столбик с одним накидом в следующую петельку в основании провязываем еще один столбик с одним накидом и таким образом вяжем до конца ряда 26 столбиков с одним накидом с учетом четырех петель подъема у нас получается двадцать семь столбиков с одним накидом. В каждую петельку в основании петельки провязываем по одному столбику. Я вяжу столбиками с одним накидом и по схеме тоже условный знак столбики с одним накидом. Сейчас я довяжу ряд за кадром, а вы продолжаете вязать. Связали мы с вами первый ряд узора, состоящий из двадцати семи столбиков с одним накидом с учетом четырех воздушных петелек подъема. Сейчас мы переходим к вязанию второго ряда, он составляет основу узора и буду вязать вместе с вами до восьмого ряда включительно. И после этого я уже покажу вам, каким образом распределяется рапорт в узоре и сколько петель в рапорте. Образец я буду вязать прямыми и обратными рядами. Три воздушных петельки подъема разворачиваю вязание на другую сторону. И в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем сейчас столбики с одним накидом. В вершину второго столбика я провязала один столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязала третий столбик с одним накидом и вершину четвертого столбика я провязала четвертый столбик с одним накидом набираю цепочку из 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 пропускаем 6 столбиков с одним накидом первого ряда 1 2 3 4 5 6 и в седьмой столбик в вершину за обе петельки косички переднюю заднюю провязываем первый столбик с одним накидом далее мы в вершину каждого столбика вяжем еще 6 столбиков с одним накидом всего у нас должно быть связано 7 столбиков с одним накидом считаем 1 столбик далее 2 три, четыре. Пять, шесть, семь. Набираю цепочку из семи воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Пропускаем 6 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в вершину седьмого столбика провязываем один столбик с одним накидом. Далее вяжем до конца ряда еще три столбика с одним накидом. Так, провязала три столбика и четвертый столбик мы вяжем в третью петельку подъема раз два три вот в основании третьей петельки провязываем один столбик с одним накидом довязали до конца второй ряд приступаем к вязанию третьего ряда набираю цепочку из трех воздушных петелек раз два три Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика провязываем столбик с одним накидом. С учетом трех петелек подъема у нас связано 3 столбика с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. И отсчитываем здесь 1 2 3 в основании 4 петельки цепочки провязываем один столбик с одним накидом 1 2 3 4 цепочка из 4 воздушных петелек. пропускаем первый столбик с одним накидом в вершину 2 за обе петельки косички вяжем один столбик с одним накидом. Далее каждый столбик с одним накидом, за исключением первого и седьмого, провязываем в вершину каждого столбика по одному столбику с одним накидом. Первый и седьмой столбик предыдущего ряда оставляем без внимания. Связали 5 столбиков с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек: 1, 2, 3, 4. отсчитываю 1, 2, 3, и в четвертую петельку цепочки провязываю один столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек 1, 2, 3, 4. Пропускаю. Первый столбик с одним накидом и начинаю вязать вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда. Один столбик с одним накидом. Далее вершину третьего столбика я провязываю второй столбик с одним накидом, а в третью петельку подъема в основании петельки провязываем третий столбик с одним накидом. Связали три ряда по схеме, либо два ряда основного узора. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Набираю цепочку из трех воздушных петель, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину второго столбика провязываю один столбик с одним накидом. Набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре отсчитываю раз 2 3 петельки и в основании 4 петельки провязываю один столбик с одним накидом вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю второй столбик с одним накидом в первую петельку в основании провязываем третий столбик с одним накидом. Здесь у меня была первая петелька цепочки из четырех воздушных петелек. Набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаю первый столбик и пятый столбик. И в вершину второго, третьего, четвертого столбика провязываю по одному столбику с одним накидом. Всего должно получиться три столбика с одним накидом. набираю цепочку из 4 воздушных петель Раз, 2 3 4 пропускаю 1 2 3 в основании 4 петельки провязываем 1 столбик с одним накидом вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом и в первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек первое в основании этой петельки цепочки провязываем третий столбик с одним накидом раз два три четыре воздушных петельки цепочка пропускаю первый столбик в вершину второго столбика провязываю один столбик с одним накидом в третью петельку подъема раз два три провязываю второй столбик с одним накидом связали три ряда узора и всего вот у нас связано 4 ряда по схеме приступаем к вязанию пятого ряда набираю цепочку из 6 воздушных петелек 3 петельки подъема и 3 соединительных петельки 1 2 3 Четыре, пять, шесть. Разворачиваю вязание на другую сторону, пропускаю две петельки цепочки и в третью петельку и в четвертую. Провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть связано два столбика с одним накидом. Так, первый столбик я вяжу в третью петельку цепочки, второй столбик провязываю в четвертую петельку цепочки. Третий столбик я провязываю в вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда. Одна воздушная петелька. Пропускаем вот этот центральный столбик, второй, и в вершину третьего провязываем один столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываем второй столбик с одним накидом. Во вторую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываем третий столбик с одним накидом вяжем цепочку из 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 пропускаем вот этот элемент и столбиков и отсчитываем от цепочки раз-два воздушных петельки и в основании 3 и четвертой петельки провязываем по одному столбику с одним накидом. Так вот в третью петельку провязываю один столбик с одним накидом, и в четвертую петельку провязываю еще один столбик. Связала два столбика с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. Центральный столбик второй. Пропускаю и вершину третьего. Провязываю один столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываю один столбик с одним накидом. В основании второй петельки цепочки из четырех воздушных петелек провязываю третий столбик с одним накидом. И заканчиваем вязать ряд. Набираю цепочку из трех воздушных петелек: раз, два, три. В третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом. Все, закончили с вами вязать пять рядов узора по схеме. Приступаем к вязанию шестого ряда. Набираю цепочку из трех воздушных петелек. Раз, два, три, три петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в основании первой петельки цепочки из трех воздушных петелек провязываем один столбик с одним накидом. Набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаю один, два, два столбика и вершину третьего столбика провязываю один столбик с одним накидом. В варочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину. Первого столбика с одним накидом провязываю, третий столбик с одним накидом набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаю первых две петельки. Раз, два. В основании третьей петельки провязываю один столбик с одним накидом. В основании четвертой петельки провязываю второй столбик с одним накидом в основании пятой петельки провязываю третий столбик с одним накидом раз два три четыре воздушных петельки пропускаю первый и второй столбик вершину третьего провязываем один столбик с одним накидом в арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю второй столбик с одним накидом и вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю третий столбик с одним накидом. Набираю цепочку из четырех воздушных петель Раз, два, три, четыре. Пропускаю две петельки цепочки. Раз, два и в основании третьей петельки провязываю один столбик с одним накидом. основании 4 петельки провязываю второй столбик с одним накидом то есть у нас всегда если мы вяжем прямыми и обратными рядами у нас ряд начинается и заканчивается одинаково Это в том случае если вы вяжете прямыми и обратными рядами приступаем к вязанию седьмого ряда набираю цепочку из трех воздушных петелек. Раз, два, три. Разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину второго столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываю третий столбик с одним накидом. С учетом вот этих трех петелек подъема мы связали три столбика с одним накидом. Цепочка из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаю первый столбик, в вершину второго. За обе петельки косички провязываем. Один столбик с одним накидом. Набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаем три петельки. Раз, два, три и в основании четвертой петельки цепочки провязываю один столбик с одним накидом далее в вершину каждого столбика 1 2 и 3 предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом в основании первой петельки цепочки из четырех петель Провязываем один столбик с одним накидом. Всего должно получиться. Раз, два, три, четыре, пять, пять столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре цепочка из четырех воздушных петелек. Пропускаем первый столбик в вершину второго за обе петельки косички. Провязываем один столбик с одним накидом. Набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Пропускаю 1, 2, 3 петельки. В основании четвертой воздушной петельки провязываем первый столбик с одним накидом, вершину первого столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом, в основании третьей петельки подъема провязываю третий столбик с одним накидом. Все, связали с вами седьмой ряд. Сейчас будем с вами вязать заключительный ряд, восьмой. Приступаем к вязанию восьмого ряда. Это крайний ряд раппорта. Раз, два, три, три воздушных петельки. Подъема разворачиваю вязание на другую сторону и вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего, с учетом трех петелек подъема, я связала три столбика с одним накидом. В первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываю еще один столбик с одним накидом. Всего связано 4 столбика с одним накидом. Набираю цепочку из 7 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И отсчитываю раз, два, три. В основании четвертой петельки провязываю один столбик с одним накидом. Далее в вершину каждого столбика с одним накидом в обе петельки этот косички провязываем по одному столбику с одним накидом. В первую петельку цепочки из четырех воздушных петелек провязываем один столбик с одним накидом. Всего у нас должно получиться 7 столбиков с одним накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набираю цепочку из 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю вот этот элемент и отсчитываю 1, 2, 3, в четвертую петельку Цепочки провязываю один столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину второго 3 и в третью петельку подъема в основании провязываю четвертый столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами образец узора. Такой красивый он получается. То есть узор состоит вот из таких вот ромбиков и красивых ажурных ромбиков и вот таких вот ромбиков, которые будут у вас формироваться в процессе вязания. Они уже более плотные. Очень красивый узор. Присмотритесь к нему, пожалуйста. Если он вам понравился, поставьте пальчик вверх, класс, и сохраните у себя его в плейлисте, в копилочку. Я думаю, он вам пригодится. Вяжется узор легко, просто. Состоит раппорт из, получается, с 3 по 8 ряд повторяется узор. Вяжется несложно и можно вязать по кругу. Область применения узора можно связать шапочку, палантины, топ, лиф платья, кофточки, жакеты, кардиганы. Также пряжа может быть любая по составу. Это может быть хлопок, мягкий хлопок, мерсеризованный, как вот у меня в моем случае. Он имеет такой красивый блеск и более плотный изделие вязанное из мерсеризованного хлопка очень красиво смотрится также можно связать из акрила шерсти полушерсти микрофибры и любой пряжи с люриксом и с добавлением металлической нити также может быть пряжа однотонного и секционного окрашивания а сейчас я вам покажу каким образом рассчитать рапорты и распределить рапорты и также каким образом начать вязание вещи Раппорт у нас состоит из 14 воздушных петель. Давайте я вам сверху 8 ряда распределю маркерами, покажу, каким образом высчитывает, высчитывает раппорт. Вот у нас здесь цепочка, идет 7 воздушных петель. И над столбиком мы вязали столбик с одним накидом в основании 4 петельки. Вот в этом месте, в основании 4 петельки, я устанавливаю маркер. Это будет у нас начало рапорта и заканчивается рапорт. Так как мы здесь столбик провязываем в основании четвертой петельки, то второй маркер я устанавливаю в основании третьей петельки. Вот этот отрезок между маркерами и есть один раппорт, состоящий из 14 воздушных петель. То есть начало раппорта это четвертая петелька, цепочки, которая у нас состоит из 7 воздушных петелек. Вот давайте считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 14 петель у нас рапорт И уже в пятнадцатую петельку мы продолжаем вязать, повторяя вот этот раппорт, где у меня установлены маркеры. Здесь таким же образом распределяется раппорт внизу, но вот сверху удобнее было мне показывать. Давайте теперь посмотрим, каким образом продолжить вязание. Значит, раппорт, то есть вот этот первый ряд, это у нас был переходящий ряд от края низа вязаного полотна к основному узору. И сам узор основной начинаем вязать со второго ряда. Вяжем до восьмого ряда. Далее девятый ряд вы вяжете по принципу вязания третьего ряда. Десятый по принципу вязания четвертого и так далее. То есть вы перематываете видео на начало вязания не третьего ряда и повторяете узор с третьего по восьмой ряд включительно третий ряд у нас начинается там где мы вязали три столбика с одним накидом начала ряда и окончания и вот здесь центральная часть у нас состояла из 5 столбиков с одним накидом и заканчивается раппорт восьмым рядом. То есть вот там, где у меня установлены бирюзовые маркеры, это высота раппорта как бы по длине. Так, он высота раппорта получается с третьего по восьмой ряд. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 рядов в высоту и 14 петель в ширину раппорт. Таким образом смотрится узор. Очень красивый. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. Также я поделюсь с вами в конце видео схемой основного узора и также выкройкой. И вы можете без труда связать красивую ажурную кофточку джемпер можно связать кофточку с укороченным рукавом три четверти и также связать жакет топ маечку либо платье шапочку летнюю палантин идеальный также узор подходит для красивого нежного ажурного палантина связанного из ангоры шерсти либо махера Присмотритесь к этому узору. Я думаю, он вам понравится. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на следующем мастер-классе. Желаю вам хорошего настроения, здоровья и творческого вдохновения. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Каждый день я стараюсь для вас публиковать новую интересную полезную информацию. Заходите ко мне в гости. 16.00 до ноль-ноль по московскому времени. В этот отрезок и промежуток времени я публикую мастер-классы. Добро пожаловать на мой канал!